Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Ну что, со вчерашнего дня я официально в отпуске, ребят. Ну, естественно, я отметил, и вот, как ты видишь, я продолжаю отмечать. И, может быть, около недельки буду все-таки, ребята, просто отрываться. Поэтому в ближайшее время видосиков, наверное, не будет от меня. Но потом должно быть какое-нибудь изменение. Ладно, ребят, сейчас не об этом. Сегодня у нас ежедневки на растениях против зомби. Получается, нам нужно уничтожить 5 зомби, выиграть одну игру многопользовательскую и нанести 20 единиц урона героям бесячества. Давай попробуем вот эту вот поменять. Выиграть игру мозговитым зомби-героем. Мозговитый — это у нас профессор мозг-атака. Ладно, короче, давай сделаем так. Начнем, наверное, с бесенка. Да, наверное, мы начнем с бесенка. Так. Блин, это та колода хоть. Ну, попробуем. Попробуем этой колоды. Не уверен совсем, что мы тут сможем победить. У меня там есть немного лучше колода. Но, тем не менее. Блин, опять роза. Опять роза. Так, ну что мы сделаем? Давай пока оставим так, как есть. Угу. Давай проверим. Ну, это понятное дело. Она не реагирует. Энергии. Давай посмотрим, что он там придумает сейчас. Так. Блин. Давай сделаем вот так вот. Пока так. Теперь можно выкинуть будет, да? Я надеюсь, у него... не будет могилоедов? Арбуз. Поехали. Так. Едем дальше. Воткнем сюда. У меня, в принципе, нет бонусной атаки никого, так что мы не боимся, может, так сказать, да? Посмотрим, что на это он ответит. Гаденыш, а. Если я его даже заморожу, мне-то ровным счетом ничего не даст, ведь так? Но могу сделать следующее, ребят. Могу его просто спрятать. Это неплохо. Так. Это не помеха.
Здесь сделаем заморозочку. Здесь сделаем вот так. Да и, наверное, пока все. Так, а дальше-то что? Как вариант, друзья мои, как вариант. Посмотрим. Кто бы сомневался? Кто бы, друзья мои, сомневался? Так, он сейчас превратит, наверное, его в кого-нибудь. А, вы этого? Ну, двоих этих он убивает, получается, да? То есть мы наносим три в лицо. Могилы едов нету, что ли? Или уничтожители могил? Слушай, ну сейчас, по идее, у нас еще сработает блок. Мы кинем на гробе. Куда только мы его кинем? Нормально. Давай на воду, пожалуйста, на воду. На воду поставь мне. Все, победа, ребят. Ой, какая-то победа. Ёп, просто я совсем забыл. Я совсем забыл. 14. У меня не хватит энергии, ребят. Давай так и сделаем. Ландшафт, если поменяет или выкинет сейчас на гробе, будет хана. Тогда ему хана. До свидания, родной ты мой. Не помогают. Паттайи вот эти не помогли ему. Ребята, они мне тоже не помогали в свое время. Поэтому чисто на них рассчитывать никогда не стоит. Ну что, идем играть за мозговитого зомби-героя. Нам нужно выиграть. Мозговитый зомби-герой, давай посмотрим. Насколько я помню, да. Супермозг. И также у нас, по-моему, идет Поттер. Профессор мозговая атака. Вроде бы все. А, смотри-ка, у нас бессмертие. Давай попробуем, ребят. Давай попробуем выиграть за бессмертие. Я понимаю, что тяжело будет, но мне почему-то хочется. Я, кстати, пробовал, ребят, за нее сделать оригинальную хорошую колоду, но не хватает мне некоторых карт. Блин, тем более против ореха. Ай-яй-яй, друзья мои. Против ореха. Ладно, попробуем. Пока ничего не делаю. Пока я воздержусь. Вот это вот как бы ни к чему. Опа, опа, опачки. А папулечки, кто выпадет? Да твою ж налево. Что такое хмыль-то выпал? Беда, беда, огорчение, да, друзья мои? Блин, ведь мог же поставить его. Я же мог сюда его поставить. Так, ладно, мы все равно с тобой заберем. Мы уничтожимся, конечно, от этого хламона, перса.
Но мне нужно что-то здесь сделать. Мне надо как-то вот этого вот барахлюна уничтожать. Как я его тут уничтожу? Наверное, так сделаю. Смотри-ка, а. Что он тут вытворяет? 9 в лицо мне сейчас зарядит, да? Вообще ничего не могу сделать. Вообще, друзья, ничего не могу сделать. Вот эта вот штука работает на ландшафте. Если бы он ландшафт хотя бы поставил бы, я бы мог уничтожить либо этого, но, конечно, я бы уничтожал этого. У меня тоже ландшафтов нету. И смысл. Давай так сделаем. 5 и 4, 9. И у меня останется здоровье на один удар. Не, ребят, что-то не клеится как-то. Что-то, конечно, новенькое. Ты понимаешь, что это бесполезно? Все, делать. Ну, такова судьба, друзья мои. Такова судьба. Может быть, если бы я, конечно, выбрал бы профессора. Нет, профессора нет. Если бы я выбрал, например. Но все равно мне нравится. Вот за бессмертию, когда я тестил, мне понравились за нее колоды. Ну давай попробуем такой вот. Только зачем мне вот эти вот, ребята? А что это вообще за колода такая странная? Подожди, нет. Нет, ребята, я не за... Вот. Старая наша ареновская колода. Угу, угу. Вообще непонятно. Я вот сейчас смотрю на свои старые колоды, ребята. Они меня немножко смешат. В плане того, что это просто какой-то сумбур. Просто набрал всякого барахла, знаешь, в одну копилку. Нет никакой, как бы сказать, нет никакой последовательности. То есть ты выставляешь карту, вместо того, чтобы ее, например, как-то улучшить или прокачать, ты выставляешь простую следующую карту и все вот по такой дорожке. Но я тебе скажу следующее. Иногда именно такой подход даже намного лучше, чем ты будешь какую-то суперкрутую колоду делать. Я тебе серьезно говорю. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Это же вспышка на солнце, с ней тоже шутки-то особо плохи. Видишь, выставляет она своих шампиньонов. А это говорит о чем? Что, скорее всего, у него будет клан на нас. Скорее всего, ребят, я не утверждаю, но скорее всего так оно и будет. Так, что, она увидела, да, что мне этот парень. Естественно, сейчас либо фруктовый микс, либо еще что-нибудь. Давай посмотрим так. Что получится у нас? Двойной, что ли? Двойной. Поехали. Так, ну одного выкинем, понятное дело, обязательно. Наверное, будем выкидывать. Или же... Наверное, выкинуть придется все-таки. Давай сделаю так. Я же посмотрю, что он будет делать. Ну и мы выкидываем тогда следом. Так, потратился. Отлично. А мы выкидываем с тобой вот этого. Mm-hmm.
Так, блок. Отлично. Давай сюда быстро. Наверное, зря потратил я. Посмотрим. Блин, я не того что ли убрал, получается. Погнали. Так, ребят, ну теперь заморозку надо ставить. По-любому. Наверное, да? Давай проверим. Хорошо он послал ее. Давай, давай, давай. Подсолнухи свои. Так, ну, заморозим, наверное, вот этого. Этого сейчас уничтожим. Поехали. Так, ракета, да, у нас? У нас есть ракета, если что. А ракета стоит 3. Возьмем, например, их 2. 6. 7. Давай-ка так попробуем. Помидорка. А вот это вот, ребят, неожиданно. Вот это было сейчас неожиданно, жаба плешивая вылезла. Со здоровьем, конечно, вообще беда, ребят. Давай-ка я сделаю, наверное, вот так вот. Да и все пока. Он может по земле сделать минус один, минус один, наверное. Здоровье. Так, ну этого мы уничтожаем, понятное дело. Поехали. Так. Так. Прекрасно. Посмотрим, что он. Так, жаба опять. Кто у нас там появится? Пират. Что там за... Оу. Так, ох, смотри, что он делает. У него молекулярочка была, ребят. Давай этого хлыща заморозим. Поехали. Блин, знаешь, что самое обидное? Что мы сейчас ему... А, нет. Какой там блок? Мы даже его не пробьем, друзья. Но зато я могу сделать следующее. Поставить ландшафт, уничтожить его и пробить ему лицо. Вот сюда мы поставим ландшафт. Вот прям здесь. Да в плане еще молекуля... А, он же ее убрал. Это его проблема уже, ребят. Хорошая карта выпала. Ой, вообще благодать. Вообще, друзья мои, благодать.
Я пока воздержусь. Захомячил, да? Давай только в нормального. Вот, зомбот, отлично. Так, 9 и 6. 14. Ну, 6-то не пробьем, понятно. Сейчас блок у него сработает. А, нет, влупили. Влупили, друзья мои. Так, сделаем вот таким вот образом. Могилоедов нет, поэтому не переживаем. У него могилоедов нет. Долгая, хорошая битва, ребята, была, но он сдался. С двумя картами, понятное дело. Зомбот вылазит из могилы, уничтожает всех, кого бы он тут ни поставил. Шансов на выигрыш зеро. Так, ладно, ребят, нам нужно теперь уничтожить 5 зомби. Так, по-моему, так задание звучит. Да, уничтожьте 5 зомби. Кто у нас самый лучший уничтожитель зомби? Скажи ко мне на милость. Не знаешь? И я не знаю. Но догадываюсь, что... что это будет... не Цитрон точно. Лучший уничтожитель зомби, ребята, в моем понимании, это либо Бонг Чой, вот в нынешней мете, для меня, либо Бонг Чой, либо Роза. Давай попробуем за Бонг Чой. Единственное, что надо посмотреть, какая колода. Так, ну, эта колода, в принципе, хороша, друзья мои. В принципе, я не говорю, что прям топчик. В принципе, хороша. И давай-ка мы попробуем за нее сыграть. Я надеюсь, что у нас все получится. Да, в принципе, должно все получиться. Почему бы нет? Что-то смс всяких понаприходило. Сюда куча. Так, наверное, я беру крокодила здесь. Блин, ну... твою налево. Тут разгром у него. Бред какой-то всякий присылают. Нафиг его. Ну, соперник, давай, вытягивай карты. Ты будешь вытягивать карты, соперник. Такого быть просто не может, ребята. Это же будет победа, по-моему. Все. Это победы не было. Так, ребят, подождите, я сейчас кое-что выключу, потому что на заднем фоне у меня играет Strike Force. Strike Force играет. Значит, мне не засчитали, ребята, эту победу. Опа! 19 ранга. Мозговая атака, профессор. Ну, давай попробуем. Надо было мне, блин, убрать крахмал. Вообще здесь не в тему. Профессор, мозговая атака, ребята, будет работать чисто на заклинание. Это плохо. Это плохо. Он, наверное, еще ботанку сюда поставит, да? Он пошел же не из козырей. Ну, ты понял, про какую ботанку я говорю. Та самая, которая удешевляет на 2 заклинания. Наверное, она будет здесь. Опасно сейчас вот в данный момент выставлять. Я рискую.
Видишь, что он делает? Молодец. Выпало ему заклинание чудотворное, блин. Бесява. Бесява началась. Ну ничего. Он любитель на заклинаниях, да? Так, это мы сейчас хлопнем. Там 100% вкусняшка или как его там звать-то? Ну да, профессор. Отлично сыграли. Пробиваем блок. Точнее, блок бьет. Нормалек. Он сейчас не будет оставлять попыток, ребята, выставлять своих могилоедов. Я крахмал поставлю. Че, дурачок, что ли, его убить? Поехали. Хилка у меня есть, слава богу. Он думает, я думаю, если я поставлю этого парня. Нет, мне нужен хил, ребят, по-любому. Видишь, что вытворяет? Капелька, что ли, у него есть? А, вот. Вот у него тайный секрет. Ингредиент твой налево. Ну ладно. Так, смотри. Мы с тобой поставим этого под защиту, так? Так. И плюс еще сделаем вот таким вот образом. Как раз мы его пробьем, но 5 в лицо нам придется получить, к сожалению. Друзья, это неизбежно. Пять в лицо, плюс вот здесь траты. Только лишь хил. Бомбы, бомбы у меня нету. Была бы бомбочка, все было бы немножко по-другому. Если я поставлю этот 5,5, это получается 10. А 10 в лицо, друзья мои, это прямо отдушина была бы какая-то, если честно. Ну что, выставляй, тогда я так сделаю, наверное. И вот так. А там посмотрим уже, что будет. Бонус на атаку. Кто там у тебя появится второй? Кто? Сундук, его тоже в минус. А я почему-то, ребята, не сомневался. Все?
Он 5 энергии, ребят, не просто так оставил же себе, наверное. Верно? 2 единицы урона растениям 7. Ну, там добор карт сейчас у него будет 100%, ребята. Эврика или еще что-нибудь в этом роде. Может быть, выпали ему танцоры, и он захочет поставить танцоров своих. Нет. Он все-таки не стал ставить танцоров. Понимаешь, проблема в том, что, ребята, у меня нет бомбы, блин. А он почему-то пошел конкретно именно на гаргантюах играть. Это, кстати, для меня... О, видишь? Видишь, что вытворяет? И этого у меня нет. Поэтому ставлю вот так. Ставлю прикрытие. Сам понимаешь, зачем. И пока все. Шансов мало, ребят, на победу. Ну, уничтожим этого. Я потом могу кактус, конечно, поставить сюда. Этот яйцо выкинет сюда. Фиг знает. Если бы здесь было бы, например, 3 атаки, я бы мог бы его на следующем ходу уничтожить. Но не на этом. Вот в чем беда-то. Это поинтереснее, ребята, но вот эта вот хламина меня бесит. Он уже будет применять заклинание, так? Так, кактус 6-2, поехали. Сейчас он будет применять заклинание, по идее. Он будет набирать, конечно, карт себе, но и в то же время прокачиваем моего, как там, фасолька, или как его звать, там, орех. Но он может его уничтожить. Горошина боксер. Он же может его уничтожить, ну, там, я не знаю. Что-то применив. Но он не стал. Гаденыш. Я не знаю, по какой причине, ребят. Хуже им быть не может. Развязка трындец, друзья мои. Развязочка здесь просто для меня самый худший вариант. Я ничего не могу сделать. Смех. Мне выпал могилоед и выпала бомба. Что я должен был сделать? Этого мы уничтожим, если кактус мой будет побежден. Но он почему-то, вообще-то он замутил, ребят, здесь. 4-3-7. Он же бросит сюда еще могилу, поэтому мы не пробьем, ребят, ее. Так, этого тогда уничтожаем. Че-то он мутит. А, вон у него чуть-чуть есть, телепорт. Так, ребят, ну тогда здесь немножко по-другому складывается ситуация. Опа.
тут уже край. Можно было бы, конечно, догадаться, но если бы был бы мой ход, возможно, была бы победа. Возможно, ребята, была бы победа. Ну, игра есть игра. Я уничтожил 5 зомби. Да. Я красавчик. Решать вам. Так, ребят, ну что, давайте тогда, наверное, мы, знаешь, что сделаем. Я немножко сейчас такой... Я бы не сказал, что навеселее. Ну, такой в загонов каких-то. Есть такая фаза. Начинаю что-то думать, сомневаться. Давай мы с тобой сыграем в геройские задания. Я знаю, они меня вымораживают по полной программе, ребят. Так, давай за Розу пройдем. Заморозьте 3 зомби при помощи особого навыка обжигающего перца. Так, переходим с тобой на Розу. Ищем колоду, где там есть обжигающий перец. Вот здесь. Поехали. 3 раза, да, нужно заморозить при помощи обжигающего перца. Ну давай так делаем. Опа, опа, вылез. Вылез, колобуда. А у меня же хилов нету, нету. Пускай бомбит. А что это за колодка? Да, немножко странные, друзья. Немножко странные. Дело в том, что у меня хилов здесь нету. Зато дали, блин. Как ее звать-то? Астралистка. Прям как астралистка, ё-моё. У меня нет хилов, ребят, я не знаю, что делать. О! Пиратушка влез. Угу. Немножко, мне кажется, неудачно, да, у меня так получилось все. Я даже не могу вот этого хламона уничтожить, понимаешь, в чем дело? Я знаю, что там у него стоит. Да-да-да. Это для меня... О! Видал, что? Так. Что мы сделаем? Вот это? Да ну не канает, ребят. Ну, ну... Обжигающий перец появился, когда... Когда уже поздно. Так, здесь сделаем заморозку. И... Ну что такое? 5, 4 и 8, ребят, ну... Понятно, что бомбанет. И понимаю, что у этого прокач... А, все, сейчас удар в лицо, ребята, и нам кранты. Ну, это, конечно, жестко. Этот перец, главное, не выпадает. Мне даже не выпал ни один, знаешь, кто? Ни один ландыш не выпал мне. Рандом. Так, я же одного зомби... А, видимо, нам оставалось только лишь... Все, друзья мои, выполнили мы это задание. И теперь выиграйте 3 многопользовательских игры. Язык заплетается, да? Наверное, вы чувствуете. Ну что, давай выиграем 3. Ой, подожди. Под... Не эту колоду я хотел брать. Не эту колоду я хотел брать для многопользовательской игры, блин. Нафиг мне. Ай, блин. Мне эта колода
даром не нужна, блин. Я пропущу пока. Эврика у него есть. Эврика, херевика. Ну давай. Бомжа там тянешь за усы. Угу. Угу. Блин, серьезно сейчас? Твою налево, а. Ну, хотя бы пошатался. Опять, ребят, что ли, это будет? Бомж-курабойщик, как его там назвать? Слов других на него нет просто-напросто. Да, будет бомж-курабойщик. Друзья мои, друзья, куда же я подписываюсь-то сейчас? Давай так сделаем. Я не знаю, кто там у него, ребят. Вот оно что, да? Я, знаешь, о чем сейчас подумал? Если у меня тут есть кукуруза, то почему у меня здесь нету? Ладно, проехали. Так, значит, 4, раз, 2, есть. Понеслась. Че, ну, курабочек себе, что ли, оставил на потом? Я не знаю, 6 энергии. Зомби-астронавт. Ну что, ребят, применяем? Вето наше. Идеальный расчет под... Под что? Под это, да? Так, сделаем. И... Вот так. Поехали. Если сейчас он выкинет курабочек, конечно, проиграю, ребят, сразу же.
Что-то мне подсказывает, что будет куробойщик. Вот нутром чую, будет куробойщик. Он добирает заклинание, понятно. Три в лицо в любом случае я получаю, да? Плюс самурай. Разыграл одну партию. У меня хилов нет, ребят, на этой розе. А что в лицо-то не стал делать? Ладно. По картам, ребят, просто беда какая-то. А вот и он, ё-моё, ребят. Я вам говорил, что куробочек будет. Роза, давай, соберись. Так, друзья мои, я сейчас, наверное, на 5 секундочек отлучусь. Зов джунглей, сам понимаешь. Три проигрыша подряд. Ну, сейчас мы наверстаем. Ну что, ребята, джунгли зовут, но не с этой колодой. Не с этой колодой. Я тебе сейчас покажу... Ну давай, давай попробуем на этой колоде. Нам нужно, ребята, три раза выиграть. Три. Чтобы закрыть все задания на розе. Так что пробуем, пробуем, пытаемся. На что-то нарываемся, вот это нафига мне. Да ядрен матрен, ну. Ладно. Хилов. Вообще хилов нету, ребят. А их здесь сколько у меня? О, совсем нехорошо. Это совсем нехорошо. Он сейчас спортсмена будет сюда вставлять, да? 2-2. Если он выставит, я его... Что я его... Давай так попробуем поставить. Поведется он, ребят, на него или нет? Наверное, не поведется. Скажет, одна единица урона. Ну, я бы так подумал. Одна единица урона, фиг с ним. Тут контроль. Магический контроль, друзья мои, против нас играет этот. Серьезно, магический контроль. Видимо, шарит в магии-то. Да ладно, бог с ним в магии. В контроле. В контроле, ребята, шарит. Мне вот это совсем уже не нравится. У него, наверное, баллончик, друзья мои, есть. Вот этот, который уничтожает 3-3. Скорее всего, он бы не стал бы себя тут чувствовать так вольготно. Гуляй, Вася. Блин. Блин, я сейчас на него сыграю, ребят. Просто на него сыграю, я ему в блок пробью и все. Да как он... Блин, два маги... Вот. Вот, ребятушки. Мы сделаем хитро. Мы сделаем так и вот так. Ну, главное, уничтожили же ее. На вирусах, ребятушки. На вирусах хлыщ играет. Вот Труфальдина из Бельгара. Ладно. Мырь болотный. Он на что-то сейчас надеялся, да? Ну, потратить как-то заклинание там. Поехали дальше. Успел, да?
Давай посмотрим так. Ну, вирус. А, ну я понял, что он вообще. Он хочет вирус, 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 вирус. Это там. Нет? Это бомбит. Значит, рабочий должен быть. Теперь этого уничтожает. И ему остается только вот этого еще бомбануть и все. Или покачать свою. А, он перемещает. Ну вот сюда переместит. Сюда? Вот у него даже. Даже вот так вот. Вирус-то он взял? Взял. Друзья мои. Так, сейчас пойдет, да? Вирус, доборы этих. Ну, сейчас посмотрим. Ты не забывай, что у него еще вот здесь блок сработает. Он еще карту одну заберет. Ну, тогда все, ребят. Тогда фиаско. Ты заколебал, а? Вот эти вот два могилоеда, не могилоеда, а два заморозчика могил. Вообще ни о чем, друзья мои. Девять и шесть, 14. А сколько энергии вообще дали, ты не помнишь? Я могу победить только в том случае, если сейчас, ребят... Блин, я про энергии не помню. 9. Ну, вирус-то у него 100% есть. У нее же вирус-то 100% есть, да? Конечно. Конечно, ребята, у него есть вирус. Да, мне кранка, друзья. Шаман свой делает. Блок не пройдет. На это поздняя игра, ребята, в блок. О, тем более вот так еще. Мало шансов. Да я бы сказал, даже вообще шансов нет, ребят. Все. Тут фиаско. Как же я хотел, чтобы, ребята, у меня было в колоде парочка патиссонов. Не один, а парочка, блин. Ты заметь, мне даже не... Вот смотри, я тебе сейчас покажу колоду. Ты посмотри, у меня вот этих охламонов 4 штуки в колоде, ребята. Ни один гад не выпал, блин, понимаешь? Не выпал просто, блин. Как можно играть? Так, у меня это роза 2, да? Роза 3. Сейчас, подожди, у меня она есть измененная. Это заморозка, это не то, по-моему, роза 1. Нет. Что-то... Не то. Короче, друзья мои, чтобы вам... Было понятно? Вот. Я играю на ПК. Вот iPad. Я тебе сейчас покажу кое-что. Вот. Захожу. Да ёп. Захожу в игру. Ну как, не в игру, а на свой, так сказать, аккаунт. Растение против зомби-героя. Только на iPad. Смотри внимательно. Я тебе сейчас покажу колоду. Аккаунты синхронизированные. То есть, что здесь, что здесь. Как видишь, 5 дней. Наверное, тебе не видно, там слишком маленько. 5 дней, 7 часов до конца. Как и там. Высшая лига. Выбираем розу. В
Вот смотри, который... Я тебе сейчас покажу вот так вот. Вот. Надеюсь, тебе видно. Ты видишь, что... Колода, она... Ну, вот смотри, это как? Роза 2? Вот. Вот этой колоды... Да? Блин, да. Да подожди, ребят, ну это что-то не... Немножко не то. Это я не ту, видимо, колоду показал. Сейчас, секунду. Да, блин, заморозка-то лезет. У меня всего три колоды, ребят. Здесь не, ну, никак не ошибиться. Ну, получается, один тогда? Друзья, короче... Знаешь, какая фишка получается? Когда я играю на iPad, те колоды, которые я играю на ней, они сохраняются. Если я играю на ПК, меняется, и потом, когда ты загружаешь аккаунт, колоды меняются. Прикинь? Вот почему у меня несостыковка получалась между аккаунтами. То есть, если я играл на iPad, например, определенной колодой, да? Определенной колодой, я был уверен, что вот это сейчас я буду играть. И я не мог найти эту колоду. Я думал, ну, может быть, несовместимость какая-то там или еще что-нибудь. А нифига подобного. У меня вот этих вот штук должно было быть три. Ну, минимум две. Это я оставлял на всякий случай. Здесь всего лишь одна. Это по стандарту одна. Так, я сейчас все-таки... Колода на заморозках даже не рассматривается, потому что я ее даже, ребят, ну, вообще никак не рассматривал. Ну, бред. Ну, это бред. Даже на бобовых. Давай на бобовых попробуем сыграть. Ну, я немножко в шоке, если честно. Я в шоке просто от того, что... аккаунты... Аккаунт один. Но... Вот, например, если я играю там, он сохраняется. Если вот если ты играешь на планшете, грубо говоря, да, не переключаясь на компьютер, ты будешь очень, ну, как сказать, долго, много играть, да? Стоит тебе переключиться на компьютер, на эмулятор, меняется аккаунт сразу там. То есть там меняются колоды. То есть если я меняю там и играю, на эмуляторе не будет никаких измен. Стоит только зайти мне на компьютер и поменять. Меняется сразу на этом. Офигенно, блин. Обалдеть. Вот такая. Вот такая вот тебе ерунда. Ёпарасоты. Вот это я ему. Вот это я ему сейчас дал бонуса. Гадёныш несчастный. Опа, опа. Можно вопрос? Как он это сделал? Как он, гад, это сделал? Он разве 3 энергии стоит? По-моему, нет. Я терплю. Я терплю до последнего. Великанус 50 уровня. Хмырь болотный. Я бы так его назвал бы. Он ничего не стал делать вообще, ребят. Угу.
Только так. Пока. Говнатый кусок. Хорошо. Хорошо, гад. Угу. У него же будет, да? Что-то. Смотри, что делать. Ёпперасоте, еще и безумие. Ну, друзья, ну не обессудьте, не обессудьте и поймите, что это все было, ну... Я с 13 ранга упал на 10. Но я все делаю для того, чтобы, ребята, ну, закрыть легендарные задания за Розу. Да, придется проиграть. Ну, я ниже 50 ранга не упаду, это понятное дело. Я не упаду вообще никуда. Проигрываю, да. Возможно, из-за того, что немножко сейчас эйфория, и знаешь, мне... Ну, как тебе объяснить-то? Как тебе объяснить? Балдежно. Играю в игру, знаешь, как будто я так вот, ну... Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Не напрягаясь. Обычно, когда я более сконцентрирован, ты сам прекрасно понимаешь, да, что происходит. Тут все совсем другое, ребят. А что, у нас телепорт стоит всего лишь одну энергию? Подожди, я что-то не понимаю. Мы же только начали игру играть. По-моему, я потерялся в астрале, блин. Ладно. Без комментариев. Ребята, ну ему край. А, он карту же возьмет, блин. Я думаю, я выдержу 4 в лицо. Я его превратить в козла всегда смогу, да? Лишь бы урон не прошел. Вот это другой разговор. То, что он сейчас там будет выпендриваться, это по барабану мне. Я его в козла в любом случае превращу. Так. Все, да? Нет, не все. Блин, в этой колоде нет хила. Опа, 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 опачки. Нахапал там, блин.
говна кусок, блин. И того, и сего, блин. Жопа-то не слипнется, придурок. А? Говноед, блин. Извините, друзья мои, что так вот грубо. Я не хотел. Меня они просто выбили из себя. Шикарно. Иди отсюда, хлыщ. Вот сейчас нервничает он, поверь. Я сейчас объясню, почему. А вот это плохо. Смотри, внимательно. Неплохо. Блин, это вот не в тему вообще. Угу, вылез. Чиполлино, блин. Поехали. Так, у него 14 хп, да? Пошел за легендарками. Короче, не в моготу ему стал, он пошел за легендарными картами. Давай, вперед с песней, парень. Уничтожает. Молодец, красавчик, гад. Ну, мы сделаем, наверное, следующим образом. Я, наверное, хильнусь. Ну, как полагается. Чтоб все было пучком. Поехали. Что такое лицо сделал неожиданное, как будто бы не ожидал. Может быть, он действительно не ожидал. Фиг знает. Смотрим дальше. Так. Нам вот этого надо убрать. С нашей, так сказать, карты. Чтобы его здесь не было. У него все локации заняты, у него только заклинания остаются. А какие заклинания у него есть, я не знаю. Призов уже не сработает, потому что здесь все закрыто. Да? Как вариантик. Как, друзья мои, вариантик. Красота. Говностелька сейчас будет. О, нормально. Говностельку убрали. Чётенько. Просто, ну, не знаю, 10 энергии у него, 10 энергии у меня, ребят. Я могу сделать следующее. Попытаться, по крайней мере. Убрать. Никого я убирать пока не буду. Сделаем вот так вот. Раз. Вот так вот сделаем. Два. И все. У него энергии, ну. О! Откуда?
Ну это жестко, друзья мои. Не, ну серьезно, это жестач. 3, 3, 3. 9. Все? Сейчас, подожди секунду, сейчас, думаю, я соображаю. По-моему, я хреново как-то сообразил. Хреново, ребята, я сообразил. Бонусная атака. У него поздняя колода оказалась. Давай тогда сыграем. Блин. Давай тогда попробуем. Ну, друзья, вот эта колода. Почему она не изменилась? Я не могу никак понять, блин. Я убрал оттуда некоторые карты, которые посчитал, ну, слишком поздними для игры. Я их убрал. Нахрена они опять там появились? Не пойму. Ладно. Мне нужно вернуть. Свой 13-й ранг. А он взял танцоров. Че, на танцах? Да какие там танцы, ребята? У меня 100% что-нибудь из ряда вирусов будет. Я больше уверен. Ты гад! Ты жук, жульен, блин, вшивый. Ну, ладно. Блин. Трындец. Все-таки, ребята, я вам скажу, когда ты под шофе, когда ты трезвый, ну... совсем разные игры. Ну, совсем, ребята. Разные игры. Давай сделаем вот так. Что там? Танцор. Там танцор наверняка, ребят. Танцор, но не совсем танцор. Какой-то нестандартный вариант у меня, да? Защищаем гриб. Серьезно? Thank you.
Красотища. Поехали. Джек. Джек, это красиво, ребят. Блин. 22-й ранг. Я понял. Какого лишнего он здесь делает, а? Какого лишнего этот хмырь сюда приперся? Понеслось, блин. Я понял. Подбил. Опа. 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 Красава. Погнали. Ну и сюда, и сюда. Красиво. Блок. Интересно, девки пляшут. Как красиво. Мне нравится. Набор карт, понятно, дело там. Эврика, херевика. Да, в лицо ему два. Два в лицо. Так, мы с собой прокачиваемся на единичку. Ох, ребята, услада для моих глаз в данный момент. Ты спросишь, почему? Я тебе объясню. У меня есть карта. У меня есть, правда, несколько карт, но вот это самое главное. Все. Гудбай. Это ровным счетом не поменяет ему никакой выигрыш вообще, ребят. Тем более сейчас. Да. Успокойся. Смотри внимательно. Я надеюсь, ландшафт он не вытянул уже. Ну ладно, гад. Хорошо. Забираем карту. Хилочка на два. Не помешает никогда. Великолепный ландшафт, друзья мои, выпал. Я его ставлю сюда. Хилочку ставлю сюда. И... да и все, наверное. Я приблизительно понимаю, на что рассчитывают. На Эврику.
Я не помню, Эврику он использовал? Нет. Короткая память у меня, ребят, уже. Короткая память, но... жесткий диск еще не занят. Ну вот такие мне поединки больше нравятся, которые такие, знаешь, вот продуктивные, действительно стоящие. Боремся до последнего, так скажем. Я бы сейчас был бы в ахрене, если бы он сейчас выставил бы зомбота. Я бы просто охренел, ребят. Серьезно говорю. Потому что у меня из карт ничего путевого нету. Вот с зомбота, но я превращаю его там в какого-то там существа за 2 единицы энергии. Вот, но я бы был бы немножко охренен. Но, насколько я помню, у профессора мозговая атака, зомбота нету. Поэтому извините. Ну вот. Три и два, пять, все, кранты ему. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять бутылочек пива, ребят, стоит уже. Пустых. Раз, два, три. Три бутылочки еще свежеоткрытых. Ой, открытых, свежепоставленных. Подожди, стоп, Рэй, куда? Куда ты? А, нам же нужно три игры выиграть, еб твою мать. Я уж совсем, ребят, совсем уже оторвался от реальности. Не берите это в голову. Так хочется сказать мою поговорку любимую. Не берите это в голову, берите, толще будет. Вот так вот. Да. Это хорошо. Начало неплохое. Фифти-фифти. Призывные карты, да, на 50% лишения. Ой, сори, ребят. Сори, 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 сори. I'm sorry. Извините, простите. Не хотел. Бляха, вылезла говнюха. Не в тему, блин. Блин, бесяло, что вот у меня два этих. Вылезло чудо. Снотворное, блин. Прокачивается, конечно. Куда он денется-то? Он будет прокачиваться. Пять энергии, да, всего? И он-то гаденыш. Он-то знает. Жучара, блин. Фрейерок, блин. Ну я бы знал бы, ребята. Я бы это знал бы. На что готова эта гадюка пойти? Опа! Опа! Вот что ты мне прикажешь здесь, блин, сделать? Я, наверное, сделаю вот так вот. Но у него 3 энергии еще есть. Смотри, что делать. Прокачивает твою шныря. Вот это пакость. Вот это была сейчас действительно пакость, друзья мои. Неожиданно.
рикошет. Ребят, есть небольшой шанс. Если он сейчас проворонит. Все налево. Да твою, блин! Ладно, хрен с ним. Тут обмен, взаимообмен. Пробью. Хрен. Хрен, ну уж ки! Ки! Твою мать. Твой вшивый телепорт тебе не поможет. Я на это очень сильно надеюсь, потому что у меня две Паттайи, блин. Две Паттайи. Давай смотреть. Его же ход? Его. Спрятал. Все. Это все, что мог сделать. У меня 7 энергии, ребят. Черт подери, у меня, блядь, 7 энергии, оказывается, еще. Дебилизм, блядь, полный. Ты, я даже этого хламона не... Ставит сюда кого хочет. Уничтожу нафиг. Уничтожу, друзья мои. Разнесу в хлам, блин. Сейчас Паттайя пойдет в бой. Все, надоело мне любоваться на них. А я так и... Я надеюсь. И налево. Надеюсь, не заморозка. Рикошет, ребята! Ублюдок, а? Ты представляешь? А? Ты представляешь, он... Рикошет, бля. Давай бонус на атаку. Отлично. В плане, блин, ты пробил лицо мне, блин. Без комментариев, друзья мои, я не понимаю. Он пробил лицо мне с двух атак. Либо у нас слишком поздняя игра была, где я уже просто ничего не мог сделать. Да, скорее всего, поздняя игра, ребят. Другого варианта у меня нету. Поздняя игра. На поздней игре. Чё он там приготовил мне? Hmm.
6, 7, 8. Блин, не хватит опять. Не хватит опять. Уничтожителя нету. Нету, ребят. Его нету. А это считай глупость. Извините. Это уже глупость. Неужели в блок? Ну, он перемещает. Удешевляет карты или что? Ничего. Что он там поставит за 5 энергии? Я не знаю, ребят. Он взял способности. О, ока. То есть я не смогу нанести атаку ему, да? То есть он держится хорошо за эту карту. Телему собачьему телепорт в тебя набрал, блин. Он набрал телепорта, да? Если у него карт дофига, телепортов дофига, ребят. Естественно, он сейчас найдешь, что вызвать. Я только на следующий ход смогу. Гаденыш. Использует, использует свой телепорт, ребята. Как шелковый гад использует. Потому что сыт, сыкуноком, понимаешь? По жизни. Он просто не знает, что мы сделали. Ну как не знает? Я его называю Господь. Время у нас 2:13. Ребята, у нас сейчас 2:13. Ты посмотри, что творится на улице. Солнце, у нас летом. У нас летом такого не. О. Не, ну, смех смехом, блин. А что я могу сделать? Ничего! Пипец просто, ребят. Ну, трешня какая-то, блин. Оу! Все, раскатали. Почему мне так не везет, а? В чем я
Блин, провинился. Я не понимаю. Почему такое говно получается именно со мной, блин? Мне нужны хилы. Хилов нет. Мне все, ребята, готовы дать. Кроме хилов. Да я здесь проиграл, ребят. Как сказать? Ну, понимаешь, да? Два в лицо. Раз, два. Все. Раз. Лицо получу, короче. Как ни крути. Ну, естественно. Шаманит, шаман. Хренов, блин. Телепорты, ребята. У него есть телепорты. У меня таких карт всего лишь одна. Вы видели. Я только одну карту открыл. Я не могу использовать по полной программе вот эту вот, блин, колоду, блин, когда у тебя нет телепортов. У меня телепортов нет, призовов. Не могу, друзья мои. Я бы и хотел бы, но не могу. Я этих говнюков в следующей колоде превращу в минус один. Точнее, в единичку. Ну опять же, это же ничего ровным счетом не решит. Я их даже не смогу превратить, потому что... Никак. Под кого он мне станет, вот этот фрейрок? Под кого? Под кого он встанет? Вот ты скажи мне, блин, 9 единиц. Под кого, блин, он ляжет? Под него или под нее? Не забывай, телепорт у него есть, блин. Молодец, красавчик. Чё, мне даже поставить некого, ребят, все. Финита, блин. Я сдаюсь. Он пробьет. Ну чё тут смысл бороться уже? Ладно, ребят, я кое-куда вернусь через 5 секунд. Так, ребят, наш варяг не готов сдаваться. Вообще никак. И я поддерживаю полностью. А мы будем отбиваться. Как только можем. Как только можем, ребят. Но нам нужно выиграть 3, а может быть уже 2 многопользовательские херни. Так что вперед с песней. Пол завален бутылками, как будто минное поле. Ну, я надеюсь, ваш такой хуйню не... Я надеюсь, я это успею вырезать. Я надеюсь, вас такой контент немножко не пугает, ребят. Для детей называется контент, блин, трэш. Шаманство. Давай, ну, зубало. Правильно, так и надо. Вшивый лезет сюда еще, блин. Твою налево. Я знаю, что он сейчас хочет сделать. Давай сделать так. Ну, плюс 5. Сейчас будет шаманиться. Хоп, и энергию у него сожрал. Еще и прикрылся. Обидно, да, парень? Я и понимаю. Ну что сделаешь? Лох судьба.
До свидания, дядя. С последних сил выжил. Выжил ракетку. Белиссимо, ребят. Сейчас начнем воротить. Успокойся. Просто успокойся. О, молодец. Угу. Белиссимо. Ну и что дальше? Серьезно? Повезло. Ладно. О! Уничтожил. Ребят, он меня уничтожил, потай, гад. Так. Ну, давай прикроемся для начала. Понятно. Плохо дело. Даже вирус включил. Чувствую, да, псина, что говном запахло. Давай в блок. В плане. В плане блок не сработал. Че, опять у тебя там этот хмырь со своим шамансом? Ну, естественно, ребят. Так. Я буду немножко удивлен, если я не пробью, ребят, ему лицо. Я буду... Да не то, что удивлен. Я буду очень разочарован, друзья. Очень разочарован. Ты посмотри, что делает. Ты тварь, а? Ладно. У меня есть блок, он должен сработать. Я не знаю, что там получится у нас. Но он очень старается, ребята, выполниться на заклинашках. Прям, прям вот прогибается на заклинаниях. Прям, знаешь, как... Блин, не буду говорить. Не могу. Хочу вырваться, но не могу, ребят. Чмо вонючее, блин. Поехали. Все, у меня нет больше карт. Давай, шамань свою говно, блин. Черт побери, а. Сейчас сюда еще какую-нибудь пакость влепит. Не так, так, так. Зубы-то получит. Я-то, ребят, готов в любом случае.
Ну, только кто там у него? Давай проверим таким образом. Где мой кабачок? Где, блядь, где все карты? Ну как? Ай, блин, плешивый ты. Понятное дело. Да, конечно. Я в шоке, не, ребят. У него, понимаешь, у него каждый раз идет добор. У меня его нету. Посмотрим. У меня ни добора нет, ни брони. Ни хрена. Я играю как отстойник. Да не, ребят. Понимаешь, вот я замечаю одну тенденцию. Сволочь, ты серьезно, блин? Падла, ты, я тебя, блин, задушу. Так вот, блин. Блин, трындец, ребят. Какая тут, блядь, тенденция может быть? А какой тенденции может быть? Сволочь ты вшивая, а? Ребят, бля, я не могу. Я просто не могу, я уже закипаю. Как так-то? Ну, бля. Я не понимаю, почему повысить. Чего? Повысить зомби? Нет, 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 нет. Мне просто нужно выиграть игры. Какой ледный какой-то. Нет, ребят. Ну вот это вот. Сколько поединков подряд. Ну это ж... Ну... Поверь, эти колоды... Они не одноразовые. Которыми я играю. Нет. Они не одноразовые. Они хорошо проверенные колоды. Я не понимаю, что происходит в данный момент. Это такое ощущение, что когда выходишь на легендарный, как сказать, как тебе объяснить-то, даже не знаю. Когда ты выходишь на легендарный эпик, ты посмотри, у меня две кукурузы, у меня четыре этих. Я их в игре вообще не увидел. Я не знаю, в чем проблема. Я буду бомбить, ребят. Я буду бомбить в минус своему авторитету. Ну, авторитет, как ты понимаешь, да, о чем я говорю. Я просто буду топить. Я не успокоюсь. Меня, знаешь, я вообще, я не азартный игрок. Но когда именно доходит дело вот до справедливости, то будьте добры, пожалуйста, отчитайтесь по полной программе. Как может быть происходить такие вещи? Нет, конечно, рандом. Я не спорю, рандом он рулит. Да. Бывает, и я на 15-10 ранге побеждаю там 50-х. Бывает, и меня побеждает. Это все, ребята,
как бы я... Ну, когда ты, блин, 5 или 6 поединков проигрываешь с заведомо хорошей колодой персонажу слабже тебя по рангу, ну, как тебя это может не удивить? Не знаю, ребят. Я не знаю. Я понимаю, что ранг это не показатель, но... Как тебе объяснить? Ну что ты сейчас запендривает, я не понимаю. Что, ты хочешь показать себе, что ли? Я не врублюсь. Но... Ну, говноед вылез. И чё? Ну, давай сделаем... Вот так. А, у него 5... Откуда 5 энергии-то у него? Ребят, откуда 5 энергии? Я что-то прозевал, да? Наверное, куда-то там отвлекся или что? Я не пойму, блин. 5 энергии, откуда? Тварь ты. Дышащая. А? Откуда у тебя 5 энергии? Если у меня уже 0. 5-7. Ну, видимо, я, ребят, вообще что-то куда-то в астрале где-то был. Так, чмо, не говоришь, что у тебя есть там этот? Блин, 5-7. Это что-то люто. Я аж поперхнулся, ребята. Ты серьезно? Тварина ты ушастая. Это я влип, друзья мои, как очкарик полный. Я что-то, видимо, пропустил, да? Я, видимо, где-то что-то пропустил, ребят. Что-то я... Я что-то пропустил, друзья. Да, друзья, что-то как-то... Мы, знаешь что, мы с тобой потом пойдем в снэп поиграем еще. Об этом не забывай. Пожалуйста. Собака! Блин, последнюю мою надежду уничтожил. Тварь ты вшивая, а! Я хотел уничтожить... Понятно. Все, все, ребят. Фиаско. Ну дальше, ну никак. Ну вот никак не получится, понимаешь? Пробьют таблище по полной программе. Понимаешь? Что этот говножрачник, блин. Что этот, все. Все, никак. Я лечу на самое дно. Я лечу на самое дно из-за того, что мне приходится играть за Розу и выполнять ее задания.
Я выпал. Друзья мои, я выполню эти вшивые задания. Да, может быть, я упаду на самое дно, но я их, блядь, выполню сегодня. Можешь смеяться, можешь, блядь, там, я не знаю, там, хохотать. Они будут сделаны, сволочи, блядь. Они меня так просто не возьмут. Раскочегарили, сволочи, а? Просто раскочегарили, падла, блин. К твоему сундуку. Кобздец, парень. Ты рассчитываешь что-то там взять? Забудь об этом, блядь. Взял, сволочи. Ну, не более того. Пускай берет карту, не плевать. Это парень излишне. Это тебе не понравится, парнишка. Ты уж извини. Да бери, бери, бери. Довольствуйся. Надо просто, ребят, сконцентрироваться. Я тебе, знаешь, что скажу? Ой, о-о-о-о-о! Зергут вообще. До свидания, ребята. Мы вас не ждали и не хотели ждать. Такое хорошее уравнялово, да? По картам. Бери, бери. Давай сделаю так. И вот так. Отлично. Давай, давай. Пускай тратится, ребят. Пускай, вот в данный момент, пускай лучше тратится. Лишь бы сюда не упал. Хотя, если даже упадет, он... Угу. Эта энергия переходит уже... вот то, что он возьмет, это уже переходит в следующий ход. Так что, как бы, в данный момент нас не колышет. Сволочь. Почему так, почему так, ребят, происходит, блядь? Я почему-то всегда борюсь, пытаюсь... Я не теряю, я даже понимаю, что я уже сдался. Я все равно пытаюсь как бы добить до конца. А эти говнюки, блин, они вот так вот сдаются. Ему проиграть вот стыдно? Я знаю, что будет проиграть. Это стыдно. Но принять проигрыш... Ну как тебе сказать... А в лицо? Ну, проигрыш в лицо. Ты смотришь противнику в лицо? Да, ты его не видишь. Ну, ты понимаешь. Ну, это уважение и для него, и для тебя. Ты сдался, он победил. Он доволен. И ты доволен. Ну, ты доволен в том плане, что ты не сдался. Ну, как бы... Ну, ребят, я думаю, что... Азартные игроки меня поймут. Сам я не азартный, конечно, но именно вот честь. Знаешь,
Блядь, я не знаю даже, как тебе объяснить. Извините, ребята, это вот... Это видос, наверное, для, не для детей. Очень много матов в сети, у меня очень много ругательств. И... уничтожает мою последнюю надежду. Вот так вот. Просто раздавили ее. Опа. 25 ранг. Давай проверим. Это тот самый чувак, который хочет сыграть на 11 энергиях колоду. Извините. Который будет разыгрывать на 11 колодах. Бля. Короче, на 11 энергиях он призывает 3 гарантий. Это один из тех самых персонажей. Что ты вылезал здесь, Чундра? Глянь нахрен. Отсюда вообще. Так. Немножко нагляется игра. Неужели танцора позовет? Думает, куда последнего поставить? Сюда или сюда? Сюда все-таки поставлю. На этом крышка. Эй, 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 эй! Игра, блин, хорош, зурпать. Опять же, ребята, у него может быть капелька. Мы же не дадим нашего пацана в обиду. Я думаю, что не дадим. Никакой, блин, капельки ему не позволим. Энергия. Ну ладно, давай посмотрим. Хоу! Хо-хо! Нифига. Это для меня неожиданно. Тварь ты вшивая. Серьезно, что ли? Ха-ха-ха, нифига. Да, интересно. Неужели разнесет? Пробил. А, нет, может... Я что-то не подрасчитал или что? Как? Как произошло-то это все? Я что-то не понял. Я не понял, друзья. Угу. Как так-то? Пам, пам, пам.
часа 46 ночи. Точно ночи, ребята, блин. У нас сейчас... Ты не представляешь, вот если я тебе сейчас скажу, что сейчас ночь... Какой нахуй ночь? День, блин. Извините. Бля, у меня на этих часах, ребята, нет вот этого европейского времени. Они всегда показывают, блядь, одно и то же число. То есть, когда день, они не показывают 14:27, они показывают 2:47. И у меня пиздец просто происходит в голове. Опа, вот это ему фартануло. Почему, ребята, мне не фартит так, а? Можно вопрос? Почему мне сейчас не фартит? Я этого говн... Уничтожу сейчас его. У меня другой вопрос нет. Почему не фартит, собака? Что с игрой? Улюлюкай, блин, гад. Улюлюкай дальше. Так, что мне здесь делать? Наверное, так? Первый, да? А. И следующее. Вот так. И еще вот так. Там уже посмотрим, что будет. Ничего не будет. Бочка. Еще одна бочка. Уничтожаем бочки, ребят. Давай бей в блок, вшивай ты, говнюк. Блин, нафиг он мне сдался, надо было. Ну ладно, ничего страшного. Я надеюсь, я его превращу в козла, если эта швабра бомбанет по мне. Должен. Mm-hmm.
Может быть, еще, ребят, не все потеряли. Может быть! Тварь, ты вшивая вылезла. Куда ты вылезла? Куда ты вылезла? Морда ты протокольная, блин. Друзья, ну 100% у него что-то есть. У него козырь какой-то в рукаве есть. Ага. Это дешевое дерьмо. Угу. Ну хорошо. Бля. Вот это нахрена. Эврика? Неужели я дошел? Понятное дело, что он сейчас ничего не сможет сделать. Это понятно, ребят, дело. Но... он тоже ничего не сможет сделать. Блин, нахрена я так сделал-то? Давай посмотрим. Ты серьезно? Вонючий ты, слушай, ребят. Тогда, по-моему, крах. Да. Я понимал, что может быть, но не рассчитывал на это. Я буду сейчас до потери пульса играть. Ребят. Ну, мы возьмем сегодня топ. Ну, как топ. За розу мы пройдем с тобой ежедневки. Я не понимаю, почему именно когда ты играешь в рейтинговые игры. Игры в рейтинговые. Там немножко все по-другому. Когда ты играешь в повышение, ну, там чего-то другого там, совсем по-другому все идет. Совсем. Ну, я возьму сегодня кровь из носу, поверь мне. Обосрусь, блядь. Ну, возьму. Угу. И в жопу. Хмырь. Вольные. Да и в одно место вас всех. Серьезно? Тварь, я же тебя сейчас ухайдукаю. Так я сделал. Даже бери свою там, я не знаю там. Ай. Ай! Бля! Ты серьезно? Тварь, ты ужасная! Забыл про это совсем! Пиздец. А может быть и нет. Давай. Давай. Топи. Yeah.
как так надо было нелепо сыграть, друзья? Я не понимаю. Твою налево, Рэй, ты что делаешь? Ты что чудишь, блядь? Блядь, херня. Поехали. О, нулевку стоит. Можно позволить себе, да? 3-3, 3-3. Собака. Это уже лучше. 3. Ну ладно, 6, 9. Короче, выгоряет, тварь. Этому хана, ребят. Этому хана. Уж простите, но вот этому зомби этому будет крышкой сразу же. 3, 6, 6. Этого минус. Сюда бомбим. Все зависит от того, что... Что у него там за карта? Тварь. Ладно. Давай сделаем так. Бля, нахера? Рэй, ты вообще тупишь? Чернак ты. Ты чернокнижник, ёптанный, Рэй. Ты в курсе? Нет, блядь. Почему ты против меня идешь, самого своего хозяина? Я не понимаю, блядь. Чепушила, блядь, ты что ли? Я не... Как? Все, ребят. Все. Ай, бля. Долбой. Да тут никак, ребят. Суки ты. Хрен вонючий. Как? Что? Чего, блядь? Да нихуя. Да все, проигрыш. Ребят, три в лицо. Твою налево. Бляха-муха, ну как так? Ну, блин. Ребят, ну мне же нужно. Ребят, ну мне же. Тварь. Мне нужно всего одну победу выиграть. Понимаешь? Я бы, наверное, на заморозках быстрее выиграл бы. Ну что ты вылезла мне? Нахрен ты мне вылезла, блин. Твою дивизию, блин. Так фейлится. Ладно, у меня 2 месяца эйфории. Я буду просто, ребята, кайфовать. Давай возьмем реальность за действительность. Друзья, давайте скажем так. Вот давай. Какой контингент по возрасту у меня вообще осмотрит канал? Я иногда такие вещи хочу сказать, но мне кажется, что они вам непонятны. Ну, просто непонятны. Вы привыкли, наверное, смотреть, что я делаю. А мне, извините, у меня скоро пенсия. Я 45-летний пацан. Пацан. Я сейчас чувствую пацаном, но по пенсии я сейчас чувствую старичком. Я пацан. Я никогда не... Такой, знаешь... Я не менжуюсь. Возможно, кое-где в каких нюансах у меня есть просадки. Возможно. Но... просадки — это хуйня. Ой. Сори. Ребят. Вообще, я взрослый человек, и мне как бы снимать немножко взрослый, вот, детский контент, ну, для меня проблематично. В ряде своих каких-то определенных сдержанностей. Эти сдержанности раскрываются больше, когда я под шофе. Тогда да, тогда речь выкладывается, наверное, по полной программе. Да, не дай боже кому-то снимать это все с этой камерой, это будет полный
трэш. Полный, ребята. Урона нет пока, да? Пропустим. Посмотрим. Зашебетал. Врач наделал две самые... Пошел ты. Ну? Хочешь забористый? Давай, жми. Лейс со вкусом... Чего там? Соленых огурчиков. Опа! Ха! Ребят, поняли? Потратился. Он потратился конкретно. Молодчага. Сыграл мне на руку. В чем? Я тебе сейчас покажу. Это мне уже не интересует. Поменяйте. Это первый. А вот это второй. И... Жду ответа. Он его хочет на лбу бить? Прячь. В надгробие его. Прячь, парень. Спрятал? Красава. Я понял. Я его тенденцию понял, ребят. Он на говношпили играет. Давай я так попробую сделать. Но мне не должно какие-то энергии, ребята, прокачать. Посмотрим сейчас, что будет. Допустим. Ну ты понял, мы разносим вот этих вот всех. Все равно разносим. Кроме вот этого. Железноголового мы не убираем. Давай вот так сделаем. Чё ты на это запоешь? Ничего, тогда до свидания. Ну ведь у меня в данный момент еще. Оу! Оу! Ребята, это уже не бонус, это шига-дрыга. Давай смещай. Или сам смещайся. Красава. И это тебе поможет? Нет. Двадцатку возьмет. Ну что, и добивка? Молодец. Ладно, поехали.
Аспик. Возможно, ты первый против 15 до тебя. Считаешь, ты проходной мой бал. Аспик, я тебя обожаю. Спасибо тебе за это. Счастья тебе и удачи. Ты меня продвигаешь дальше. Я не злорадствую, друзья мои. Я злюсь больше всегда на себя. Я на противника никогда не злюсь. Ну, выпала ему такая карта. Выпал, да, я не спорю. Мне не выпало. Ну, что я могу сделать, бля? Ну, мы же прошли. Мы же прошли, блин. Я же получил. Да, друзья мои, я получил. С 13 лиги на Розе. Спасибо вам. Спасибо, ребят. Красавчики вы. Да, я знаю, что тут награда мизерная. Вообще минималка. Но для меня не награда была важна, а именно закончить... Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, куда ты? Именно закончить легендарные задания за определенных бойцов. Спасибо вам, ребят, за то, что... Ну, я зла не желаю, ребят. Я зла не желаю. Ну, это игра, ну, ты пойми. Tower Conquest. У нас вообще было очень много игр. Вот сейчас, кстати, половина игр я не могу сыграть. Например, Мафиоза. Или... А как она игра называется? Где там бегаешь, бомбишь-то? Мы с Эльнойзом в свое время играли. Довольно шикарно играли. Ну как шикарно, шикарно. Проигрывали, конечно. Ну, азарт, азарт. Ты понимаешь, в этих играх вообще, в любой игре, самое главное не... Ну, контент, да, но вот азарт. Когда вот это тебя берет, да как так, да вы что? Я вот такой всемогущий. И тебя какой-то нагибает. И ты думаешь, какой ты всемогущий, ты хлыч. Болотный. Там на задворках, блин, болотной жабы рассказываю ей сказки. А я... Я на Порше проехал Феррари. Че я сказал? На Порше проехал Феррари. Дарый. Глубок. Ты глубоко бдишь. Ладно, ребята, это не... Так, ладно, все, проехали. Я врезаю. Я такая глубокая мысль, что понимай, как хочешь. Я сам даже не мог ее понять. Ладно, все. Мы идем. Куда мы идем? Сегодня. Друзья мои, мы за Розу выполнили геройские задания, да? За Роза у нас. Вот она. Вот она, ребятушки, стоит в отстойнике. Смотрим дальше. Так, зомби лаборатор. Так, атаки бонус. Атаки бонус. Атаки зомби лаборанта должны нанести 88 бонусных атак. У меня только одна мысль вкрадывается. 8 бонусных атак. Ребята, составляем колоду с нуля. Зомби должны нанесли на... Ой! Ёпта! Погоди, я... Погоди. Так... Подожди... Подожди, я чё, я выбрал колоду, которая у меня уже была. Я хотел создать новую, на самом деле, ребят. Какого хрена так происходит, блин? Трындец.
Акуленок. Так, раз, два, я понял. Раз, два, я понял. Этого мы убираем, да? По идее, да? Ты серьезно? Ребят, вопрос! Какого хрена, сука, кактусов, блядь? Мне хана. Совпадение. Сомневаюсь. Не, ну может быть, конечно, совпалось. Может быть, ребят, может быть, совпалось. Четыре кактуса подряд. Сложно поверить, конечно, ну ладно. Ну это жесть. Ну это жесть какая-то. Ну, блядь, четыре кактуса подряд. Ну как, бляха, муха. Слушай. Собак. Я не могу сдерживать эмоции, блядь. Понимаешь? Не могу. Я... Как такое может быть? Ну ребят, ну... Ну согласитесь. Я чё, привираю вам или что там? Преуменьшаю. Вы же все прекрасно видите. Это все в реальном виде. На, все в реальности. Ну как? Ну как, блин, ну тварь ты вшивая. Ну почему тебе выпадает то, что не выпадает? Не знаю. Говно. Просто. Тебе просто фотонуло круче, чем мне. Ну почему ж тебе... Тварь! А, на грибок, хорошо. Ну хорошо, грибок мы уничтожим. Мы тоже, конечно, уничтожили, но... Я не помню, на чем ты полы играешь, а? Я лох. Я больше меня сейчас. Я лох Андрича сгонял. Бессмертие, я понимаю. Почему я бы за бессмертие говорю вообще? Ты что? Ты угораешь, блин. Сука. Твою бляха, муха. Ну да как так-то? Ну как же так? Ну твою пакость-то, а? Ну как так-то? Ну как? Друзья мои, ну как? 3-5, блин. Да, это все понятно. Господи, блин. Я охренею. Рандом штука жесткая. Бля, ну, серьезно. Это сволочь. У меня нет никого за 3 энергии. Он сейчас попробует уничтожить его. Вот появление. А, он притягивает. Он его перетягивает. Нет, друзья, ну ты... Какой? Чё, блядь? Чё происходит?
Почему? Почему такая ошибка, бля, была роковой? Ты дебил, Рейлич? Ты дебил конченый, бля. Ты конченый дебил. Почему? Он сейчас тебя уничтожил. Ты хила не получишь, ты дебил. Тебе выпал шанс на победу. Ты его профейлил. Точнее, я, ребята, его профейлил. Я лохпен. Все равно лохпен. Хил-хилил. Это не показалось. Друзья, я сейчас пойду. Я сейчас пойду за пузырьком. За пузырьком. Звучит так нелепо, бля. За пузырьком. Давай, тварь вшивая, вставляй. Это уничтожим, я кинусь. 2-3. Его бомбим. Два, три в запасе. Я же знаю, что этот крепыш может укрепить его, бля. Сейчас гоняю за пивоськом. Все равно хернемся. Нет, в жопу. Чепушилы несчастные. А вот это же приятный бонус. Не такой приятный, как можно было бы, блин. Но у нас еще есть карта одна. А? Как оно? Поехали. Хиляемся на шестерочку. Так, добавляем две карты в колоду. Ему и мне. Ой, хорошо. Ой, ребята, смачка, смачка. Смотрим. Обосрется или нет? Ну, если обосрется, то... Ну, обосрется. Не забывай, по энергии у нас один... О! Хорош. Хорош, парень. Давай далее. Я хочу посмотреть. Я... Ребят, всегда замечаю новые клоуны. Прекрасно. Пробиваем здесь. Поехали. Ну, а что поделаешь?
Ну, огурцы кобзарики. Опа. Опа! Благодатушки-то какие. У него две свободных линии, чтобы разыграть дресс-код. Интересный вариант. Очень интересный вариант, но, по-моему, это уже проигрышный вариант. Да? Да. Смотри внимательно. Бамс. Ну, поехали. Даже если я поставлю ее на воду, ну, уже без проигрышного варианта. Ну, сегодняшняя серия у меня не на издеваться над своим соперником, а именно провести розу к элитке. Вот. Я ее провел. Слава богу. С горем пополам, ребят. Я провел. Я ее провел вообще. Подожди, я ее провел? Как-то вот немножко, оно как-то вот, вот так вот. Так, мне нужно было сыграть за Frame Up. Меня удивляет, ребята. Frame Up просто шикарен. Ну, он шикарен, на самом деле. Я не знаю, насколько это не фейки или еще что-то. Ну, как он разруливает, это, конечно, отдельный респект. Если все как есть, это так все и происходит. Он молодец, он красавчик. Я иногда просто смотрю на его собранные колоды и против. Ну, нет, конечно, я могу посмотрев на него, я могу противостоять его колоде. Но как он рулит, тут, конечно, вопрос нет. Но опять же, ты понимаешь, регионы и там подобные. Ну, а так он красавчик. Блин, я бы хотел бы с ним пообщаться. Жалко, что он, наверное, не понимает моего языка. Ну, может быть, какой-то через переводчик и все это. Красава. Он просто красавчик. Я ничего не могу против него сказать. Вообще ничего не могу, потому что, ну, он хорош. Он хорош, он... Причем на каждого персонажа, что мне нравится, находит определенную деку. Кстати, ребята, напишите мне, кстати, в комментариях, что вы смотрите по поводу того, что если бы я вернулся бы от Близзардов в Штормы и проходили бы мои игры. Ну, ты понял, да? Tower Defense, колода. Ну, как колода, там не колода, там... 6 персонажей против 6. У меня своя колода. У них свалка. И мы рубимся в реал тайме. Там пушка. Я просто к чему это говорю, что если сравнивать Overwatch, ну, я не настолько меткий. Я не настолько крутой. Я могу только позаимствовать либо Overwatch. Это первое. А второе, что могу позаимствовать, это Hearthstone. Ну, это две игры, которые более-менее мне подходящие по духу и как бы вот вообще. А так, я могу в любые игры играть. Я же не дистрофик какой-то. Хотя и в новом поколении такого слова, наверное, скоро больше не будет. Вот. Так что, ребят, пишите. Пишите. И всегда приятно, вот всегда приятно почитать какой-то новый комментарий. Да, он пускай оскорбительный. Ну как оскорбительный? То, что пишут, тебе столько лет, и ты играешь в детские игры. А в чем проблема-то? В
чем проблема, ребят? Я могу играть в любую игру. Да, несмотря на 44 года, я могу играть в любые игры. Кто-то говорит, у тебя нет работы, у тебя нет девушки. Все это, ребята, есть. Просто... А вы же видите видос? Вы же не видите мою жизнь? Это же не реал-тайм-шоу. Хотя, кто его знает, возможно, скоро вы меня там и увидите. Но только на определенных каналах. Может быть. Не буду прогнозировать, но в ближайшие лет 10 все может быть. В лет 10 я уже буду старым пенсионером. Ай, блин, 50. Хрен знает сколько лет. Ладно, я шучу. Я шучу. Давай начнем с того, что... А что каждый человек для себя хочет? Или может? Или не может, хочет, но ему не дано? Или дано, но мешают какие-то препятствия? Ты понимаешь, вот я тебе сейчас скажу одну. Одну главную вещь. Она для меня больная, но она столь важная, очень важная. И я тебе обращаюсь с полной серьезностью. Когда ты любишь одного человека, а потом прощаешься с ним, то никогда нигде не оскорбляй его. Знаешь почему? Потому что рано или поздно ты вернешься. В любых отношениях. В дружеских. Или в чем-то. И тогда тебя никто не обвинит. То, что ты такой... То, что ты такой неплохой человек. И вот в этом твоя будет сила. Никогда не оскорбляй твоего спутника. Это касается и девушек, это касается и мужчин. Вы всегда принимаете это как не то, что должное, это вот как бы, блин. Ребят, короче, сейчас понесет меня не тут, не в те степи. В общем, всегда будьте в своих словах опрометчивы. Вы можете сгоряча вспыльнуть, там что-то сказать, а по итогу вам прилетит. Да, это невозможно не от этого человека, в других отношениях, но оно прилетит. И... Ну и там, соответственно, начинаются вот эти разборки, все это. И не пророк, просто хочу немножко вас предостеречь. Опять же, предостеречь. Я же не могу сказать тебе, что 100% гарантия будет. Нет. Так сказать, я хочу вам дать какое-то определенное, как-то объяснить-то даже, определенное напутствие, наверное. Но опять же, не могу за всех говорить. Миллионы людей, миллиарды людей. Как тебе, блин, дам, накажу человека напутствие? Никак. Помимо меня есть еще, шаристый. И я на своем уровне понимаю так. Есть выше меня, понимает так. Есть еще выше, понимает так. А есть там, я не знаю, там, как их звать-то обычно? Язык не получится. Какие-то там мега-будды. Ничего про будды не имею в виду. Они понимают так, что если бы я с ними как-то вот коннектился бы, я, ребят, нисколько не против просветления. Всегда только за. Мне нравится эта тема. Очень нравится. Я вообще бы, знаешь, вот, будьте побогаче,
Я бы хотел, чтобы вот мои ребята, подписчики там, определенные, козырные, и это, мы бы пошли бы куда-нибудь там, сделали бы пушку. Но опять же, ответственность, ребят. Твою налево, это ответственность. Понимаешь? Когда ты планируешь какое-то мероприятие, именно вот, если захочу, например, да, сделать восхождение на какую-то гору, ответственность всегда лежит на мне. Понимаешь? А как я могу сказать, что вот этот парень слабый, а вот этот сильный? Увидев их в первый день. Ну как? Ну вот как? Ты слабак, иди отсюда. Ты силен. Добро пожаловать в команду. Нет такой справедливости, ребята. Нету. Иногда слабачки, которых мы унижаем, оскорбляем, ну я по школе еще беру, они достойны себя. Они могут показать, на что они способны. Может быть, отчасти потому, что они хотят выделиться. Возможно, отчасти. Они рискуют жизнью там своей или еще чем-то. Возможно, я не спорю. Но с другой стороны, если бы ему сказали бы: парень, ты пойдешь спасать своего друга за 30 тысяч долларов, или ты пойдешь спасать своего друга за просто так? Я думаю, тут очевиден ответ. Он пойдет его спасать. Пойдет его спасать, потому что это его друг. Вот и все. Какие нахрен ты там деньги или еще? Нет, нет. Конечно же нет. Вот я придерживаюсь такой же нормы. Хотя исключения есть. Ну есть они исключения, ребят. Ну я не могу ничего сделать с ним. Поехали дальше. Ранний доступ. Затянул я сегодня видосик, конечно. Ребят, ну поймите одну вещь. Когда я чуть-чуть выпишу и... Чуть-чуть. Я говорю, что пьян доску. Чуть-чуть буквально. У меня немножко другое восприятие. Но оно не пересекается в корень... Оу. С другим. Слушай, круто начало. Бомбочку готовим, да? Я бы очень уверен, что бомбочка... Ага, вот оно что. Да, не могу. Блин. Бля! Рэй, ну твою мать, ну какого хрена она-то не поставила? Ну... Я же пытался поставить на воду, но я не знаю, ребят, что произошло. Ребята, это шоколадно. Я даже... Нет, уберу. Я ее уберу отсюда. Бляха, муха. Так, сейчас блок бьем, да?
Давай посмотрим. Серьезно? Погнали. Ребята, очевиден, по-моему, тут разговор. Хотя, кто его знает. По-моему, все, хана, ребят. Вам так не кажется? Я не буду смеяться, издеваться. Хороший бой. Все шикарно. Все великолепно. Ребят, я просто о чем в данный момент вообще. Давайте не будем такими вот, как сказать, не, ну одно дело там в покере, там в картах, в шахматах поиздеваться над своим соперником. Ну, людьми-то должны оставаться мы, должны. Вот. Так что давайте не будем полными Г, а будем нормальными Л. Так, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.